Надя, я влюблена в эту блузу. Честное слово, когда она появилась в нашей модной рубрике, мы все перемирили эту стильную романтичную блузу. Вы знаете, что этот горох называется полькадот? Так вот, это любимый принт наших женщин. А вы знаете секрет, что именно этот горох сделает нас моложе? Так, интересно. Мы всегда стремимся быть стройнее, выше и моложе. И отлично, что эта блуза нам в этом поможет. Как? Об этом расскажет Светлана. Я сейчас хочу озвучить цену. 1899 рублей и это, друзья, не шутки. Вы знаете, кто сегодня выбирает такие блузы? Романтичные женщины, кто хотят легкости. Сегодня дизайнеры придумали ответ на этот вопрос. Мы можем выбрать базовую блузу, которая подарит нам легкий эффект романтичной женщины. У нас для вас 4 цвета, было 3. Один цвет, появился новый. Давайте знакомиться, дорогие друзья. Классический горох. На белом фоне мы видим черную россыпь. Это принт полькадот. Итак, белый фон, черный горошек. Далее. Классика жанра, наоборот, белый горох на черном фоне. На черном фоне заказываем, любители классических образов. Но и у нас появляются, смотрите, они похожие очень, тоже по принципу инверсии. Темно-синий фон и бирюзовый горох. А следующий бирюзовый фон с синим горохом. Синим. Давайте посмотрим на нашу модель. Арина выбрала для себя стильный брючный ансамбль. Вы знаете, чем отличается наша модная рубрика? Мы всегда подбираем ансамбли, которые по колористике подходят друг к другу. Арина выбирает сегодня новинку – брюки Бриджит. Этот выбор и мой на сегодня. Мы познакомимся с цветами и, пожалуйста, посмотрите, как идеально цвет брюк подходит под наш принт – яркий горох. Но скажите, что наша модница – помолодела сразу лет на 5-10. Вот почему сегодня многие женщины выбирают романтичный стиль. Именно этот принт горох. Ну, ты знаешь, я вообще-то к гороху отношусь так сдержанно. Но когда вижу эту блузу мне, я понимаю, что я много упускаю, не беря вещи в горох. Посмотрите, друзья, действительно молодит, действительно освежает. Давайте сразу посмотрим на то, что здесь дизайнеры сделали не только оригинальный акцент на подборку ткани, но еще и на фасон. Кто сегодня выбирает эти блузы? Да, эта блуза сядет на любой тип женщины. Угу. Если у вас широкие плечи, то наши крылышки и фонарики скроют их, и ваши плечики будут более изящными. Если у вас богатый верх, то наше легкое шифоновое полотно скроет это и сделает верх более облегченным. А мягкие складочки на трикотажно-вискозном полотне также скроют зону живота и боковые зоны. То есть наша блуза Mia – это настоящий корректор женской фигуры. Так, отлично. И фигуру скорректируем. Мы выглядеть будем моложе. Свежее. У меня вопрос по поводу шифона. Это ведь такой коварный материал, Светлана. Я согласна с тобой. Шифоновые блузы могут носить девочки в 16 лет. Ну, я хочу сказать, что сегодня технологи придумали палочку-выручалочку, декоративные ткани. Это касается таких деликатных тканей, как шелка, кружево и, конечно же, шифона. Здесь мы видим с вами декоративный шифон. По тактильным ощущениям он не отличается от натурального. Он такой же воздуходышащий, гипоаллергенный. Но преимущество нашего декоративного шифона в том, что он универсален, практичен, и с ним ничего не случится даже после 100 стирок. Ну и еще одно преимущество – это его цена. 1899 рублей. У нас срочная информация. Нам сейчас передают, что у нас, оказывается, размеры есть до 74-го. Друзья, если даже это не ваш размер, если вы не носите 72-й, 74-й, но у вас есть подруга, сестра, мама, как сложно им найти в магазине 72-й и 74-й размеры. Сами вы можете это себе представить. Помогите им. Просто закажите для них их размер. Поправка. У нас есть также 72-й и 74-й размер во всех цветах. Вот это подарок нашим женщинам. Выбирайте свой цвет. И не забывайте, наши дорогие модницы, что совсем скоро любимый наш праздник, 8 марта. И так хочется в этот день выглядеть по-особенному романтичной. Вот она, ваша блуза Mia, которая подарит вам ваш романтичный образ. Ну что ж, прекрасно. Я хотела задать вопрос по поводу прозрачности. На 100% прозрачная блуза или все-таки скрывает что-то? Нет, трикотажно-вискозное полотно закроет, конечно. Никто не будет знать цвет белья женщины.